И вот наш почетный по имени Клевер. Неделю назад он поступил в Кунитвелли с раной на боку, на брюшине. Вот. Котенок был не в самом лучшем состоянии. Вот. Поработали над раной насекомые, отложили личинки. Куда был очень страшный вид внешний. Но попав в Кунитвелль, мы назначили антибиотикотерапию. Местные обработки раны, соответственно, рана начала выживать уже в два раза меньше по сравнению еще с тем, что было. И котенок скоро выздоровеет и будет жить. И вот такой ход 5 дней назад поступил в Кунитвелль с разрывом связок скакательного сустава. Соответственно, простым языком, большая берцовая кость была оторвана длина стопа. Перелом был старый, точнее разрыв. Соответственно, провели операцию артродез скакательного сустава. То есть удалили полностью суставные все ткани из этого сустава. Поставили кости и установили аппарат фиксации. Кот уже ходит. Через 3 недели этот аппарат будет демонтирован, и кот будет ходить. Кошка уже ходит, результат на лицо, муркает. И сейчас я что-то спал в приют Венус. Где кошка? В приют Венус поступила чайка. Травмы конечности. Здесь кто-то и наложил шину, но видно, что конечность не работает полностью, скорее всего, перебито сухожилие. Это говорит о том, что прогноз неблагоприятный для этой птицы. В последующем проведем еще рентгенологическое исследование и посмотрим, что с ней делать дальше. Чапай, кусачка. Какой же. Она этой лапой зацепится, наверное. Да блин! Вылезет она, наверное. Да? Отлично. Не зацепится. Я душу тебе будет. Тут лучше. Насажим воздух. Сейчас вы можете наблюдать, как наши пернатые переехали на новое место и теперь будут находиться на свежем воздухе до полного восстановления, а затем будут выпущены на свободу. Те, которые не успеют окрепнуть до холодов, останутся до весны в теплом помещении. От различной тяжести полученных травм не все смогут поправиться, и дальнейшая судьба – это их жизнь в приюте. Здесь понравилось. Сенечки в саду.